Попробуй вторую ловушку, пожалуйста. Склониться перед своим королем. Крэш Блад, что ты говорил, что за офница? Танк Хейт сейчас умрет. Кисуля в РК? Да. Сдавай кулаки. Конские каски. Давайте метки будем лучше. Так, скелет вышел. Чех подлагивает. Есть такое. Поднимайте топора. Маги столик. Пушите рыбу. Макгрегор, спикайся в ДД. Так и не начавшись, никто не смеет входить. Еще раз шкафчик. Там столик или шкаф. Берите еду.
Бафы по локу. Чек на баф. Перелогус. Дайте, пожалуйста, кулак Пэту-то кашному. По макам кулак, пожалуйста. Каску. Лапу еще дайте. Альпич по-клански готов. Все, на краснопул. Давай, рост. Ханте сзади шип сбейте. Милики, стойте возле звездочки. Давайте бьемся шипы. Филиппес гим на хп. Шипы опять. Лепец гим на хп. Я же отдал. Ты же мне говорил первый раз. А, я... Подожди, кто у нас еще шипы? Мырки, фюрки тогда. Встаньте все под босса. Шипы добивайте. Макгрегор, спикайся в танка. Топ, у тебя нету АДК, да? У кого? У Макгрегора? Да. Есть, я пытаюсь. Ух. Идем бить трэш тогда. Два БДК слева, протопал справа. Джерион на второй фазе начинает танчить, на него напуливаем. Набирает 5 стаков, напуливаем на Макгрегора потом. Паладина сливаем все капли на жертвенности на игроку. Сливаем антимагию. Тула звездопад. Убираем сейчас баф от темной магии. Конскьюрит, контролишь луну, фрешблад, луну, кисуленька, пухнастик, трусы. Что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Локи, вы кидали СС-а на кого-то? Я нет. Что, давай ты кидай на Войт Старфола, Даня. Ягер, кидай на Конскьюрида. На кого мне кидать? Конскьюрид, четвертая пати, сова.
Так, чек. Смотрю, с маной нет каких-то проблем. Мелики слева бьют трэш, РДД справа. Помогайте друг другу, если где-то трэш не добили. Давайте, вышел трэш. Все в трэш. Паладины капли слили. Хильте райд, сейчас будет контроль. Стопы мои дома, когда кто-то в контроле. Так, законтролил квадрат, остальное контрольте. АОЕ дамагом не бить никого. Пелим зле дебафа. Давайте играем в трэш. Сейчас будет переходка. Контроль 3 секунды. Справа трэш надо добить. Скрешенного не могу бить. Так, контроль. Законтролил квадрат, остальное контроль. Теперь переводим леди на пул на Джериона. А, два на пулера в контроле. Так, играем сейчас все в трэш. Пухнастик, поднимай суслятинку. Отошли от духов, смотрим, где звездочка находится. Какой-то нехороший человек взорвал духа. Контроль 5 секунд. Сливаем капли. Законтролил луну, отбежали от духов. Контрольте остальных людей. Никакого АОЕ дамага. Давайте все в трэш играем. Напуливайте на Макгрегора. У Джериона 5 стаков. Отходим от леди. Уводи леди. Контрольте своих людей. Выйдите с лужи. Диспельте с леди бафа. Напуливайте на Джерри. На этом трэш. Играйте в трэш. Подводи леди по трэш. Чё ты стоишь с леди в центре комнаты? Выходите с лужи. Сейчас будет контроль. Сливайте капли быстрее. Ты не в сил. Противиться моей... Отводи леди. Гимна ману или что-то есть? Уводи леди с мелизоны. Ну, гимна ману. Не надо же ничего петь. Добьете так уже. Чайник подключить. Сейчас он, блядь, 20 чайников вскипятит, зареет. Ваша смерть неизбежна. 3 литра чая. А чё, на Элисандру вешали бомбы маги? Или это просто ДБМ так баг она показывает? Бафайте заново людей, которые падали. Шаманы, маги.
послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Ордена. Если вы поспешите, то еще сможете. Осознали бессмысленность ваших действий. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Спасибо, пожалуйста, по шаману. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Торкрон, слетаем. Ты пожелай залупу. Смотри на бревно. Ну да. Дайте бафы по шаманам. Каску, лапу, пристабав. Уже каску дайте. Смотри, ракеты полено воткнуты. Там краски бах. Роман, ты не знаю, тебя слышно, как ты классаешь лаву постоянно. Кого слышно? Тебя постоянно слышно, как ты классаешь. Сейчас тише сделаю. Хотя ты БДК. А, нет, я ДК. Ставьте рыбу, пожалуйста. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону
Олег, поставь рыбу. Сейчас не слышно? Мой мальчик погиб у врат гнева. Рулим, мумейн. Настик, ты на мейн рулишь? Лев, рыбу поставь, пожалуйста. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался целым и чистым. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Ветру. А гер никто не прожмет? Кирилл, поднимай Аркасию. Почему крыш не кончится? Хрен его знает. Крей его просто не бьют. Не-не, он не танчится вообще. Класки, ты тут? Жаль, он там. Давай, Слава, настало твое время, ты там один хилишь. За все вместе. Но есть еще БР? Давайте гимн от хил, что ли. Я не стану быть на метку. Настик, есть БР? Поднимай Вольгримса. Клонский, давай Сакру сейчас. Все присты поем гимна Ману, потом гимна Отхил и бьем Трэш. Трэш играем. Высели, блять. Кому 306 нужен... на ДПС. Кому нужен ваш ДПС этот кривой, когда вы не бьете трэш? Похороним... Да он не танчился. Первый трэш, три моба бегало. Три моба бегало по рейду. Ну и вырос еще потом.
Может, пока он скрыл. Второй трэш вообще чисто с мелизоны так медленно мог бежал. Аж почти до портала там убил и потом вернулся. Не знаю. Никто из танков не додумался, что ли, там вот нажать? Джерион. Бред вообще. Ну и портал заходи. Я бы не шутил с Джерионом вообще. Да, это уже убили четверых, один моб остался с пол хп, и он шел с мили зоны, убил в РТД человека возле портала, которого стоял, и потом уже побежал обратно к мили. Я не знаю как. Что там ДПС, 370, да? 306 322. Почему не 370? Странно. Дима скажет, я всегда танчу звезду и кружок. Я за БДК всегда троих мобов танчу, еще помогаю протопалу таунтом и притяжкой. Третий, второй. Используйте вальку. Играйте вальку точечно. Хан дал 20 тысяч. Можно в табличку занести. Всех бафнули. Интересно, следующий анба будет в конце этого месяца. Что это такое? Анба? Ну это когда он в конце отмечается баф плюс 30% к хп, к скорости каста, нет? Что там он дает? А, наносим урон. А чего не на этой неделе? Ой, не на следующей. Почему не на следующей? Но. Потому что, не знаю, лето. А, блин, 20 числа уже будет зима, да? Нет.
всех подлагивает, только у меня. Все. У меня тоже. Да, я думал, ты нет у меня. Да, ясно. Я уже, блядь, на интернет начал грешить. Ну, ничего страшного. Пипец, румынский разведчик. Так, на раньше у нас выходит Сова, Лем, 2 ШП, Хант 5, Протопал 6. А Афлики кто? First Life Аркасия, да? Да. Давайте, First Life Аркасия, возле ворот стоите. Конскюрит Шанан слева возле кузницы. Мырки, Фырки, Филипец справа у кузни. А сзади будет стоять, кто там остался еще у нас, Кёрс и кто-то еще. Тотем на силу природы, что нам поставишь, кушайте рыбу. А, First Life. ШП, Волока, Лем, Сова, Кёрс, седьмой, Протопал. А, надо еще девятого человека, значит. Таранча, выходи тоже на рейндж, сзади босса будешь стоять. Ягер готов. Ну, Краснопол. Давайте рост. Прибежали за спину. Кош, прожми. Лужа пропадет, становитесь туда, где стояли изначально с пула. Дикий лагерь. Что ты говоришь? Висаю. Ливаешь с рейда? Висаю, говорю. Беларусь получила независимость. Кисуленька, прожми бабу. Не понятно, что ты говоришь. Дай мне знак свободы, пожалуйста, Олег. Спасибо. По спину перебежали. Глыбу прожми. По спину перебежали. Фырки, прожми уход в тень. Бульгрим, вставай сразу. Ой, поднимай его. Жмите чешки, хилы, поклонский, давай сакру. Мырки, давай гимн от хил, перебежали за спину. Пухнастик, поднимай Бульгримса. Глыбу весом. Я не встану. Маги на рейндж. Пиздато вы хилите. Пиздато вы ходите служб. Но я рыгал, поэтому не мог выйти. Отличные новости, народ! Ужасные новости, народ. Гнилоборт сдох.
Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Чек на баф. Стой. Дайте Лему каску, лапу. МП5. Так, метки поставил, туда надо сбегаться. Этот ему в центр. Я поставлю шуму. Я рекомендую всем сбегаться, потому что предстоит магии, вы можете Лапус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Сегодня, кстати, куда квест? Ну ладно. Хорошо.
Ну. Так, давайте по тактике. Аркасия, на красного кидаешь слизь на замедление. First Life на зеленого. Милики в квадрате стоим. А ТД набираем максимальный рейндж от зеленого. Будем ждать зеленого слизня на первой фазе. Кресты гимн на ХП на КД. Есть у кого-то реги на диван? На всякий случай. Может понадобится. Крышблат. У Куланский есть реги на диван? Есть. Да вон джип стоит. Где? А, все. Покупайте реги на диван на всякий случай. Может пригодиться. В прыжимке оставляем на переходку. Так, никто не падал, чек на пол. Эй, маме. СС откатились? Я на воде на гнилонке. Викитал 5 минут еще есть. Не надо. Понял. Чек на пул. Меня откатился у ягера. На кого ты кидал? На сову. Кидай туда же. Пей столик, поклон. Ребята, я пришел. Есть слоты, ребят? Да, можешь меня поменять, поэрелить. Отличные новости, народ. За ретрика. Чего? Можешь меня поменять за ретрика, поэрелишь как раз. А это же нормальные слоты, чтоб не эрелить, привет, Вань. Не знаю. Стопайте по профу. Есть за эрдру, я тут соло хилю рейд. Можешь соло захилить? Могу, конечно. Если ты хилишь, то... Стопайте по профу, 3%. Мелики в квадрат, становимся, бьем слизни. Мелики отбежали в РДД зону. Зачем замедлил зеленого сейчас? Да, теперь не будет скорости. Да будет, 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 ход и его. Так, все, на ком зеленая добавка к столу, в звездочку. Быстрее. На ком красная добавка красного, начинаем бить. Сбегаемся сейчас в цель зеленого. Вульгримс плохо стоял там. Звездочку встали, чтобы вас откинуло. Нормально. Отбегаем в звезду. Сжались в череп. Филиппес гимн отхил давай. Смена цели красного. Конскюрит, поднимай Альпича быстрее. Мырки-фырки, давай гимн отхил. Забафали приста. Мырки-фырки, давай гимн на ману. Ставь тотем перелива, Вульгримс. Красного бьем. Колбы сейчас смотрим.
зеленый выливается. РДД максимальную дистанцию набираем. Отбежали от пельменей, стали в звезду, милики. Звездочку встали сзади слизня. Все, не сбегаться сейчас зеленого. Отбежали в РДД зону, милики. Все, сбежались теперь в череп. Все, стопаем по проф, ждем спокойно красного слизня и переводим потом. Пилипец 2 гимноману. Дайте бафы по Альпичу, крест еще. Лапу. Стопайте по профу 2%. Все, в красного играем. Миники, подождите пока. Все, переводим проф. Полбы отошли. На ком зеленый дебаф к столу? В звездочку. Быстрее. Давайте рост. Давайте хильте цели. Цели слизней. Бегите за спиной зеленого слизня. Давай сакру поклонский. Колбы сейчас будут. Милики отошли. Поклонский, забери босса. Веди к воротам. Было меньше времени на совет дайте. Включай стаю и погнали на совет. Кому-то покритель нужен. После серии пина. А кто это мимо опустил? Напомните мяч. Привет. Крыжаков. Дай хер с ним. А за Смолова что вы говорите? Не знаю, он не играл на этом чемпионате. Играйте звездочку. Я знал, что они хорват выиграли. Да хули ты знал, блядь? Вот так знал. Спасибо. Все два матча прогнозировал. То, что Англия выиграет, и то, что хорват. Филипец не затратил, не спрашивал. Поднимайте людей сейчас. Макгрегор, спикни с танка, помоги трэш-потанчить. Помог Филипцу поднять 2000 рублей. Пафните сразу Пала и Лока. Так, давайте сейчас справа поконтролим. Давай, Филиппец, поконтроль звездочку, а я
кого-то еще. Погнали. Лепец. Спускайте трэш. А то откидывает хило. Да, я на... не смог нажать на X, не смог законтролить. Так, их главные дети. Тебя в пороге. Рыба. Кёрс, мальки, фырки, филипец на кинетике. На первом вихре дашь саку. Каску еще пороги. Здравствуйте. Если будет замена, возьмите меня, пожалуйста. Очередь. Хорошо. Так, все готовы. Очередь. Джерин, ты кого танчишь? Двоих, наверное, на пульте на Джерина Калдрама. Дистанцию наберите все. Вихрь сначала будет. Наши силы едины. Очередь, говорит. Давайте рост. По-плански, блядь. Еще в два раза. Давайте, у нас КД примерно. Вих, разбежались, давай сакру. Усержишь КД, да, на 3 минуты? Только я падал. Давайте Талдрама играем, следим за шариком, отбегаем от него.
чаша пал. Насладитесь болью. Вихрь возлетал драма. Еще не готово. И прольется кровь. Надо подождать. Насладитесь болью. Моя чаша полна. И прольется кровь. Темная сфера. Ель. Полонар, набираем дистанцию опять. Прожимая сакру, вихрь, разбежались. Кольцо, ШП, просто маг. Блок. Инсома. Это твой друг? Давай тебе эти звезду тогда. Кольцо льда маги дайте. Рыба. Набав. Ставьте шкаф.
Кому-то надо баф? Эту ДК-шну дайте кулак, пожалуйста. Чек. Макс. Это было неразумное решение. Надо подождать. Я пока не получил этот секрет. Я голодна. Надо подождать. Это секрет. Как вам такое? Я пока не могу прочитать этот секрет. Страдайте же! Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока... Как вам такое? Я не могу сбежаться, у меня мышка что-то залагала сейчас. Бегитесь к нему. Клавиши. Как насчет клавиш? Пытаюсь мышку сделать. Надо подождать. Да, да, не знаю, я много чего видел в рейдах. Попробуй крестиками, стрелочками, точнее, лево, право. Я могу бегать, у меня мышку я пытаюсь сделать, понимаешь? Следующая будет лужа, забегите в... сейчас скажу куда. Куда, в звезду, не хитите звезду, кто умирает. Иди заливай звезду. Так, молча прилобно. Набрали дистанцию. Филипец, Марки Фырки, Гимн отхил, Сакру прожимаю по-клонски. Пост теперь. Спасибо, что танка хилите. Что, багруха попадет? Мы ведь так хорошо платили. Да, багруха упал. Десять процентов. Что тебе угодно? Проебал его, не увидел. А у кого-то есть хилы на Вальку?
Бля. Ну, придем. Вставай, Макгрегор, я тебя ресну. Да, да, я вижу. Ну так, хилы здесь, танки тут. Погнали. Все печеньки, они в боссе остались. Коня мне гербская. Но ты умер. А что у вас там ДПС апает, вертушка, что? Бить апнулся, я смотрю. Ты меня на звезду. Опять согрели трэш, звезду бьем, а нет, не звезду, кружочек, кружочек с умами трэш. Сейчас скоро пойдет бой, поднимайте павших. Поднимайте быстрее. Стил, саранча, баш. Ты лучше зараза почитай, как в Ведьмаке. Холера. Ранча тут? Я лечу, потому что никто не лез. Сдубим. Грегор, тяни кружок.
привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите нам! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного Аванга. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. Пикать из всех хилов. Крэшблад, есть хил? Мне жалко, КД можете зайти на хилов, там быстрее его захилим. Чё я зайду? Давай. Ставьте шкаф. Значит, Альпич, будешь в порталах тоже летать. Альпич, Вургримс, я и Даня. Мальки-фурки, вот Стерфон рейди. Ну что поделать, с лагами похилишь. Посчитуешь людей.